Британская разведка отзывает своих агентов из ряда стран из-за разоблачения Эдварда Сноудена. По данным телерадиокорпорации BBC, Ми-6 была вынуждена пойти на такой шаг, когда Россия и Китай расшифровали секретные данные, обнародованные бывшим сотрудником американских спецслужб. В свою очередь, газета Sunday Times со ссылкой на представителей в правительстве сообщает, что речь идет о более чем миллионе файлов, которые содержат информацию о методах работы Ми-6 и могли бы помочь выявить британских и американских агентов, цитата, во враждебных странах. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.